пришла программка человеку, у которого на фоне нервных переживаний, длящихся более одного года, значит, развилось эндокринно-гормональное нарушение с патологией, то бишь аденомиоз. Мы составили программу ему на ближайшие 3 месяца по коррекции эмоционального статуса, прежде всего, который вы сейчас видите на экране. И в дальнейшем будем работать с эндокринно-гормональным статусом. Значит, прежде всего нужно успокоить человека, вселить в него бодрость в дневное время, спокойствие в вечернее время, то есть повысить уровень дофамина, помочь человеку именно состояться на уровне эмоциональных решений. Значит, что мы здесь даем в этом случае? Значит, бессменный лидер, значит, коррекции эмоциональных состояний, это гинкго форте, препарат, который содержит одновременно экстракт гинкго билобы и экстракт готоколы. В помощь ему полиненасыщенные жирные кислоты в обязательном порядке, натуральный витамин С, а именно препарат, который содержит природные изомеры витамина С, то есть растительного происхождения, не аскорбиновую кислоту. Далее, значит, питаем щитовидную железу с помощью норвежского келпа, каждая таблетка которого содержит 150 микрограммов органического йода. Далее, природный транквилизатор Passion Flower и изолят молочного протеина, гидролизат, простите, молочного протеина, значит, как средство в комплексе с пассифлорой, благотворно действующее на засыпание, продолжительность и качество сна. И с целью устранения дискомфортов в вагинальной области, связанных с ранее упомянутым заболеванием, даем средства скорой помощи Вакфорте. Вот такой вот у нас месяц плодотворный и эффективный. Следующую программу смотрите в следующем видео.